расскажу вам, как открыть банку консервов голыми руками, то есть без ножа. Для начала нужно определить, где у банки шов, и это место не трогать. А на противоположном этому самому шву краю нужно продавить ямку. Так. Тут появляется такая линия. Вот эту линию ни в коем случае нельзя заламывать, а ее нужно продолжать, чтобы она становилась все длиннее и длиннее. Итак, линия готова. И нужно сделать это с другой стороны, там где шов. Банка приобретает вот такой вот вид песочных часов. А это значит, что скоро будет победа. И теперь банку нужно сжать в том месте, где шов. Там уже зашипело. А, вот уже начинает лопаться жесть. Так. Но все же нужно продолжить это. Так. Вспомнилась замечательная история про наполеоновскую армию. Первые консервы были сделаны именно для этой армии. С задачей они справились, а вот как открывать, никто не знал. И сражались французские солдаты с консервными банками, как с врагом. Ставили их штабелями и ядрами из пушек по ним стреляли со всей силы. Ну, у меня нет ни пушки, ни ядер. Зато есть желание проникнуть внутрь. И, судя по всему, это желание, в конце концов, будет вознаграждено. Тут, кстати, каша гречневая, моя любимая, с мясом. Этот момент не очень приятный, потому что, когда жесть ломается, на срезе она очень-очень острая. Как бритва может порезать человеческие руки. Поэтому здесь нужно быть осторожным. Руки уже жирные, могут в любой момент соскользнуть. Прекрасно. Худо-бедно, минут 10, а банка-то открылась. Так.